Якутяне посадят 385 деревьев в Москве в честь 385-летия вхождения Якутии в состав России. В столице страны проходит акция «Миллион деревьев», и представители республики принимают в ней активное участие. Подробности у наших корреспондентов. Одним из участков, выделенных якутянам мэрией Москвы для посадки деревьев, стала территория Нового Арбата, куда с садовым инвентарем и прекрасным настроением прибыли наши земляки. Это очень добрая традиция. Я считаю это глубоко символично, потому что всегда с правительством Москвы, городом, столицей нашей Родины, нас всегда связывает дружба. «Миллион деревьев» – это самая крупномасштабная акция по озеленению столицы за последние четверть века. Высаживаем мы сегодня самые распространенные, самые лучшие формы деревьев для городской среды. Это липы, это клены и сибирские ели. Данная программа реализуется с участием общественных и ведомственных организаций столицы, студентов, школьников и региональных землячеств. Из 385 деревьев якутяне выполнили свою задачу уже на треть. Надо сказать, что наше посредство Якутская автономная Советская Социалистическая Республика была создана вообще самая первая в Советском Союзе на всю страну. Ни у кого еще не было, ни у союзных республик, ни у кого, а у нас уже было. Поэтому это тоже такая историческая, что ли, дата для поспредства и большое значение. Всем, кто участвует в акции «Миллион деревьев», вручаются сертификаты с внесением в единый реестр участников. А посаженное дерево является вкладом в экологию Москвы. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК «Саха», Москва.